В Воскресенском районе погибли два рыбака. ЧП произошло 20 марта около 6 часов утра. Четверо мужчин выехали на лед на автомобиле в заливе Волги около села Кошели. Машина провалилась под лед примерно в 50 метрах от берега, где глубина достигает 5-6 метров. Двое пассажиров смогли выбраться из нее самостоятельно. А вот водители и еще один пассажир погибли. На месте трагедии работают спасатели и представители правоохранительных органов. Подробности произошедшего устанавливаются.